пророче Божие, мой Бога в нас. Здравствуйте, братья и сестры. Я поздравляю вас с праздником пророка Божия Ильи, чью память мы сегодня совершаем. И мне посчастливилось побывать на Божественной Литургии в селе Верхнесадовое. Здесь престольный праздник, потому что храм этого села освящен в честь этого великого пророка. А вот представляю вам настоятеля отца Георгия Протоиерея. И хочу вам напомнить, что все-таки не все сегодня у нас работают, не все сегодня заняты. Нет, не то. Хотелось пожелать бы, чтобы люди приезжали на престольный праздник недалеко это от Севастополя, а Крым всегда страдает от нехватки воды. И именно пророку Божьей Ильи мы молимся о том, чтобы Господь даровал нам дожди и плодородие земли. Батюшка, скажите пару слов. Ну, всех поздравляю с сегодняшним праздником. Это великий пророк, величайший пророк. Он известен на нашей земле. Вот. С самого древнего времени устраивались храмы в честь Святой Троицы и в честь пророка Ильи. Особо чтимый на Руси. Особо чтимый святой на Руси, да. Пророк, который, конечно, своей ревностью был величайшим примером не только для нас, даже для святых. Вот. Поэтому мы, конечно, должны не забывать про него. Вот. У нас есть храм, да, как уже было сказано, здесь, в Верхнесадовом. У нас вот. У всех проблемы с верой, да. Сегодня. Вера, а именно пророк Илья. Вера слабая, да, был ревнителем. Да. А пророк Илья, конечно, это был столб. Вот, величайший столб, такой же, как Иоанн Креститель. Вот, и мы просим его, чтобы он даровал, через, по его молитвам Господь даровал нам веру, крепкую веру. Будет вера, будет дождь. Будет вера, будет благополучие. Будет вера крепкая, будет и радость в жизни. И спасение души. И спасение души, конечно, да. То спасение души, которое Господь даровал пророку Илии, даже вот уже будучи он живым, взят на небо, вот, так же как Енох, да, восьмой патриарх, вот, взят на небо, и он предстоит перед Богом сейчас, он из рая. То есть вот как на преображение вот, соединилось и преисподняя, рай и земля, апостолы земли, преисподней Моисей пришел, а от Бога пришел Илья. Вот так же, как преображение, так вот сам праздник, это тоже он наполняется этим духом. И я желаю каждому из вас вот именно этого преображения. И чтобы все-таки дух, душевная, духовная связь с Богом побеждала. Она была выше и все остальное нам, так сказать, регулировало. Благословение Господне да пребудет со всеми вами. Аминь.